гавки, ребят, с вами Мотя. И сегодня будет сравнение по Аладдину. Да, ребята, мы будем сравнивать песню «Принц Али» 1992 года и 2019. И, ребята, по Королеву не закончили сравнение. Они будут выходить, и на этой неделе тоже вы сравнение по Королеву. Приятного просмотра! Джафар, иди посмотри! Живей, эй вы, это шишка других важней. Я выхожу силу скорей. Не стой же, баран, стучи барабан. Удача у твоих дверей. Принц Али, ну а точнее Аля Пабла. Ну-ка все в полной красе падайте ниц. Он так понравится вам. Скажите, дяде Салам, вершит судьбу трепетание его ресниц. Принц Али, ну а точнее Аля Пабла. Раньше жил и не тужил где-то вдали. Очень он коников смял. Надеемся, поворол. Кто это все совершил, наш принц Али? У него очень много. Такое вот чудо. Что хочет творить? Что говорит? Не сочтешь ты чудес таких. Принц Али, как он прибор. Аля Пабла. Что за стать, как вы сказали? Да что за парня? Не стой, дрожа на лицо. Поправь скорее чудес. Всегда заждался уже. Принц Али. Жасмин слышал вдали. И он привел караван верблюдов и обезьян. Летите, ломки, огромный слон, украшен всех птиц, музыкантов, его поваров, кухары, принял в подарок, и все с восторгом пришли в подарок. Наш принц Али. Злодеев всех поборол. Кто это все совершил? Наш принц Али. Ну-ка, парни! Его золотые верблюды. А девчата что? Наших постов. Ну и как вам такое вот чудо? Помогите мне, народ! Молодого сердца ему рот. Там он в мире имеет. Сравнение, и вы хотите еще разных сравнений по разным мультикам и фильмам, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами была Мотя. До новых встреч, ребята!